радостные новости диспансера. И коротко о главном. Сегодня мы поздравляем вас с Днем медицинского работника. Подводя итоги, поговорим о самых ярких событиях полугодия. Особо хочется отметить Кириллову Елену Сергеевну. Она является самым сильным соперником среди всех шахматистов города. В этой высокоинтеллектуальной игре Елена Сергеевна заставляет понервничать не только женщин, но и мужчин. И ежегодно приносит первые места в копилку диспансера. Елена Сергеевна также является метким стрелком в дартс, отличным организатором и обладательницей первого голоса. Криминальные новости. Разыскиваются три неуловимых водителя. Всех, кто видел этих мужчин, просьба сжать крепко руки, поздравлять с праздником, а то глазом не успеете моргнуть, как они исчезнут, летя словно на крыльях ветра. В номинации «Мисс Радостные новости диспансера» с победой вырывается вперед Никулина Виктория Емельяновна. Она всегда на страже красоты, оказывает неоценимую поддержку своим коллегам, участвует в творческих конкурсах и днях здоровья. Немного о спорте. Быстрее ветра. Именно так можно охарактеризовать лучшую бегунью диспансера – Борисову Людмилу Аполлоновну. Она заняла третье место в легкой атлетике по бегу в 2014 году и с гордостью отстаивает честь диспансера во всех спортивных мероприятиях. За волю к победе в лыжных гонках номинирована Твердохлебова Ирина Александровна. Ежегодно оттачивая ремесло, имея собственный реквизит, Ирина Александровна не перестает удивлять, показывая хорошее время в эстафетах. И продолжая спортивную тему, в этом году дебютировала еще одна лыжница – Данилина Ирина Владимировна. Она стойко и задорно вела свою команду к финишу. Ирина Владимировна также является великолепным организатором культурных вечеров диспансера. Самым юным и активным спортсменом диспансера является Цыжипова Эржена. Всегда лучезарная и дарящая радость участвует во всех спортивных мероприятиях – в молодежном боулинге, легкой атлетике, играх по настольному теннису, ходит на лыжах в поддержку здорового образа жизни. Вместе с Федосовой Еленой Жалсановной выступала на первом этапе летней отраслевой спартакиады. Молодцы! Самым настоящим спортивным выстрелом в этом году прогремели Дарханов Банзар Батарович, Власов Андрей Николаевич и Будацеренов Валерий Батуачирович. В обновленной форме с новыми силами Банзар Батарович отстаивал честь диспансера в следующих видах соревнований. Лыжные гонки – банзар! Молодежный боулинг – банзар! Настольный теннис – банзар! С Андреем Николаевичем участвовали в отраслевой спартакиаде, в легкой атлетике, беге на 100 метров, эстафете, турнире по стритболу. Валерий Батуачирович является не только спортсменом, но и активным болельщиком. Новости культуры. Лучшим ведущим диспансера признана Григорьева Наталья Сергеевна. Веселая, жизнерадостная, обладающая острым чувством юмора, Наталья Сергеевна представляла нашу организацию на конкурсе «Через творчество к профессиональному успеху». Участвовала в КВНе